Олегович, давайте, если хотите вопросы, там, если нет, если вы готовы, можете задавать. Но вообще, что такое проект G-Global, да, и насколько сейчас участвуют в этом проекте российские эксперты, насколько это привлекает? Российский экономист очень активно участвует в проекте G-Global. Хочу отметить, что я представляю Международный союз экономистов. Международный союз экономистов стоял у истоков создания Евразийского клуба ученых и впоследствии Евразийский клуб ученых создал вот такую платформу G-Global. И мы стояли у истоков создания Астанинского экономического форума, который очень активно поддержал Назарбаев. Когда никто в это не верил, вот у истоков стоял Союз экономистов, Евразийский клуб ученых и Назарбаев. И мы сделали этот форум, мы активно в нем участвуем. Очень приятно, что мы работаем на этой платформе. Вы все знаете, сколько стран участвует, какую информацию мы несем, как это полезно, сколько нобелевских лауреатов. И самое главное, что сейчас очень активно подтянулась к этому процессу Организация Объединенных Наций. Получили статус ЭКОСОС, экономическо-социального статус ООН. И активно продвигаем эту работу. И в России это тоже востребовано и интересно. Мы очень благодарны президенту Назарбаеву за такую активность, за то, что мы в рамках Евразийского союза работаем и продолжаем работать. На платформе G-Global на настоящий момент присутствует несколько таких инициатив и несколько мероприятий. Это съезд лидеров мировых традиционных религий, проект «Атом», международная выставка «Экспо-2017», программа партнерства «Зеленый мост», совещание по взаимодействию мерам доверия в Азии, «Шелковый путь», вот и всем известным, онлайн-экспо-2017, всемирная антикризисная конференция. И финалом всего является ежегодный Астанинский экономический форум, который активно в России и продвигается, и просвещается, и мы тоже в нем каждый год участвуем. Проявление, безусловно, имеет место быть, но и оно может колебаться, то все равно так реально боролись я над теми методами, которыми мы боремся. Каким методом? Таргетируя инфляцию, мы ключевую ставку, это комплекс мер.